Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму зеленые помидоры дольками. Рецепт простой и очень вкусный, без стерилизации. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! 2 килограмма зеленых помидоров нарезаем крупными дольками. Затем берем чисто вымытую литровую банку, стерилизовать ее не нужно. На дно бросаем 1 лавровый лист, 5 горошин черного перца, 3 веточки петрушки, 3 веточки укропа. Разрезаем 2 зубчика чеснока и закладываем подготовленные помидоры. Стараемся заполнить банку как можно плотнее. В процессе наполнения добавляем еще 1 зубчик чеснока, пару веточек укропа и столько же петрушки. Таким образом заполняем все банки. Из 2 килограммов помидоров получаются 3 литровые баночки. Дальше заливаем наши помидорчики крутым кипятком. Прикрываем крышками и даем постоять 15 минут. Затем воду из банок сливаем в кастрюлю. Даем ей закипеть. И повторно заливаем этой водой помидоры. Оставляем их прогреваться еще минут 15-20, пока банки не станут теплыми. Снова сливаем воду в кастрюлю и готовим маринад. Чтобы нам его хватило наверняка, на дно вливаем 100 мл кипятка. Дальше добавляем 50 граммов соли, 25 граммов сахара, размешиваем и даем маринаду закипеть. Затем в каждую банку вливаем 15 мл 9% уксуса. Заливаем доверху кипящим маринадом. Сразу закатываем и переворачиваем вверх дном. Когда все банки будут закручены, накрываем их чем-то теплым. И даем в таком состоянии полностью остыть. Вот и все. Очень вкусные маринованные зеленые помидоры на зиму готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.